Всем привет! Меня зовут Спути, и мы сейчас поиграем за красного шарика, который отправится нас в крутое путешествие против всяких крутых зверюшек, которых вы, ребята, еще не видели. Нам нужно вот этот вот ящичек сюда передвинуть и запрыгнуть немножечко повыше. Так, а кто у нас теперь тут будет? Тут у нас будут находиться страшные звери. Это же гамбургер, ребята! Смотрите, это же гамбургер. Гамбургер, что ты хочешь? Смотрите, тут бегает. А ну-ка, давайте мы его задавим, этого гамбургера. Катается он тут себе. Ты что такое-то? Так, забираем звездочку. Прыгаем вот сюда. Тут я вижу еще одну звездочку. И что теперь мы будем делать? Так, нужно прыгать, эх. Так, гамбургер. Ты что от меня хочешь, ты злодей? Опля. Все, ребята, с гамбургером мы справились, а теперь будем дальше катиться. Искать наше путешествие. Куда же нам дальше отправляться? Этим странным лесочком, зелененьким травкам и непонятным полям. Так, опля. А ну-ка иди сюда, гамбургер. Эй, ты чё от меня хочешь-то, гамбургер, ты маленький? Ты, что? Как это так? Как такое может быть, чтобы гамбургер смог меня задавить? Ах ты ж негодяй. Все, ребята, мы с ним справились. А теперь будем прыгать дальше. Хоп. Эй, ну почти. Нужно было разгончику немножко побольше набрать. А ну-ка отсюда. Опля. Вот мы и прошли, ребята, этот крутой уровень. Так. А что это у нас здесь? Я вижу здесь звездочку. И еще одну звездочку. Но нужно мне сюда прокатиться. Для того, чтобы я мог запрыгнуть вон туда. Хоп. И звездочка теперь наша. Так, только этот гамбургер, конечно, будет мне мешать. Ну ладно, мы сейчас его задавим. Все, ребята, с гамбургером мы справились. И теперь будем ехать дальше. Только что мне тут нужно? Тут я вижу ящичек и огромный камешек. Мы сейчас гамбургер раздавим, смотрите. С него горчичка прямо вылезла, ребята. Вот это круто. Я думаю, вы такого еще нигде не видели. Так, сейчас нужно мне ящичек перекатить на ту сторону. Хоп. Все, ребята, вот мы и справились. Ну что ж, теперь будем прыгать. У-у-у, вот это круто. Так, дядя гамбургер, что вы тут бегаете? А ну-ка получайте. Все, мы с ним справились. И теперь нам этот огромный камень пригодится для того, чтобы перебраться на ту сторону. Эх. Фух, еле перебрались. Так, а что тут? Ой, чуть не прыгнул. А, тележечка, стоять. А ну-ка успеем. Успели, ребят. Нет. Ты что, куда ты от нас уехала, тележечка-то, а? Ты куда собралась от меня? Я же красный шарик. От меня никуда не убежишь. А, все, конец. Ну, хорошо. Или нет? Кто ты такой? Ребята, это же картошка фри. Ты что здесь бегаешь, а? А ну-ка получай, картошка фри. Из нее гамбургер вылез? Вот это да. Я такого еще, ребята, не видел. И вы, наверное, тоже. Так, ящичек. Ящичек мы передвинули. А теперь запрыгиваем на эту тележечку. Поехали, поехали, поехали. Бам! И задавили этого маленького негодячика. Так, а что мне теперь нужно сделать? Нужно запрыгнуть вот сюда. Уронить этот огромный сундучок. И уже с него вот так вот запрыгать. Только, эх! Ой, еле, ребята, я запрыгнул. Да, высоко, конечно, было. Ну ладно. Так, картошка фри, получай. Из нее тут гамбургер вылез. И ты тоже получай, ребята. Мы теперь с ними со всеми справились. Осталось там только вот этого малыша задавить и пройти уже дальше. Так, тут мы
Перекатываем эту штучку. Осталось нам этот ящичек. И мы почти, ребята, добрались. Ну же! Так-так-так. Привет. Так, забираем звездочку, ребята. И, как мне кажется, мы прошли этот уровень. Ну что ж, ребята, на этом мы остановимся. Ставьте лайки и подписывайтесь. С вами был Спуди.